До чего интересно стала жизнь наша. Вот был у нас карантин, и люди ждут, не дождутся, когда в городах откроются фитнес-центры. Вот без фитнес-центра людям и жизнь, не жизнь. Дома они сидели, лежали, там телевизор смотрели, в компьютерах играли. Но как без фитнес-центра? Мужики ходят в спортзалы и железо тягают, там штанги, что-то поднимают они там руками, ногами. Женщины ходят тоже на ковриках там, на руки вверх, ноги вниз. Ходят, из пустого в порожнее что-то перегребают, и за это еще деньги платят. Вот представляете, они представляют, что делают какую-то такую хорошую, солидную работу. Ну, понятно, без движения гиподинамия наступает. Да еще и едят в три горла. Деньги получили, в магазин сходили, отоварились. Едят и едят, едят и едят. С утра до вечера. Ну, понятно, коронавирус был, дома сидели. А когда дома не сидят, ну, работают в офисах люди. Так после работы, если у вас была сидячая работа, сходите чем-нибудь, займитесь. У кого, ну, дачи нету, там участка. Вон все пригороды даже заросли борщевиком. Ну, одеться, вот как сейчас врачи на коронавирусе ходят там в эти, в каких-то комбинезонах. Оденьте бахилы, рукавицы и поборитесь с борщевиком. Сделайте доброе дело. Но никто этим заниматься не будет. Пойдут в залы, заплатят деньги и будут качаться. Выращивать. Даже вот в деревнях люди живут и говорят: да зачем мы будем картошку сажать? Мы же купим ее. Привезут. Чистенькую картошку в супермаркеты привозят. Из Израиля, из Саудовской Аравии. Там в пустыне на химикатах, на чистых химических удобрениях вырастят там картошечку. И огурцы, и помидоры, все вырастят, привезут. Купим. Вот самые нищие люди уже, у них, не знаю, за счет детей живут. Вот сейчас на детей стали давать деньги. Так люди сидят, баклуши околачивают дома. Детские пособия получили, на них и живут. Ну, хорошее занятие. Вот был, например, всесильный мэр Москвы Юрий Лужков. Уж как будто у него денег не было. Он там со своей женой куда-то в Австрию несколько миллиардов долларов вывели. Денег у него было предостаточно. И сила, и власть, все было. Но человек сам занимался пчелами. Ну что, можно пасеку организовать и там нанять людей. Вот как, например, Зюганов, наш главный коммунист, тоже пчеловод, имеет огромное поместье, то ли государственное, то ли какое, вот показывает. Тут недавно его показали, его спрашивают: сколько у вас вес? Он говорит: 103 килограмма у меня стандартный вес. Ну вот,
Я 175 сантиметров у меня рост, а вес 70-75, больше не набираю. Хотя я склонный к полноте человек. Где-то вот в 90-е годы тоже добирал 90 килограммов у меня вес был. Но думаю, ну зачем это? Что, в три горла есть? Так надо двигаться больше. Если ты ешь много, так и двигайся соответственно. Ведь любой это здравомыслящий человек должен соображать. Так вот, Зюганов, ну сколько? 1,85 м максимум у его рост. Так и вес-то должен быть 85, ну максимум 90, но уж никак не 100. 103, говорит, у меня стандартный вес. Это откуда он такое взял? Умный человек, доктор наук, каких-то там гуманитарных, я уж не знаю. Ну так, тоже пчелы есть. А кто за пчелами-то у него следит? Нанятые люди, такие же коммунисты или кто? Тоже челядь. Как там вот показывают этих какого-нибудь Михалкова, Никита Михалков вот любит все бесов гнать, а у его там челядь покажут, больше десятка человек у его прислуга, и садовники, и там какие-то это подметалы, и приборщики, кого только нет. Ой, моя семья, да, конечно, хорошо, если платить, да. Они его как доброго барина считают. Вот и этот. Так Лужков-то, ну тоже полноватый такой человек был. И пчелами занимался. Сам улей это обихаживал. И овечками, и лошадями занимался. Ну коровами, не знаю. Так и уже его отстранили. Так в Калининградской области человек, ну, выделила ему там жена сколько миллионов, создал крупное сельскохозяйственное предприятие, так и умер в труде человек. Например, на нынешнего мэра Москвы посмотришь, Собянин, ну, видно, что человек не в коня корм, ему хоть сколько съешь. Но поджарый, ходит, бега. Человек в деле. Ну, понятно, ему хватает этого хозяйства. 80% финансов огроменной России надо куда-то вбухать. В бордюры, там, в плитку, в щебенку, куда и в эти, в дорожки, в реновацию. Так он как угорь бегает. Ему и фитнес-клубов не надо, хватит работы. Но вот когда люди почти нищие, говорят, у нас 10-15 тысяч зарплата, а еще куда-то в фитнес-клуб идти, мне кажется, любой человек за день так наработается, то ему какой фитнес-клуб? Ему до дому дойти, покушать, ну, немножко телевизор посмотреть. Я не понимаю. Должно быть стыдно взрослым людям заниматься там тасканием тяжести. Понятно, дети. Детский организм должен расти, развиваться. В школе физкультура. И кроме школы человек должен в секции ходить, ну, в детстве, в юности, вот пока он учится в школе, в институте или там в колледже, где-то учится человек, он, понятно, должен заниматься физически. А потом-то, когда уже семья, дети, хозяйство и ходят в фитнес-клуб, ну я понимаю, спортсмены и силовики, они больше ничего не умеют делать. Они всю жизнь только спортом этим занимается, ну, ладно, пусть спортом занимается. Но какой-то там человек другой профессии,
не военизированной, не спортивной. Зачем ходить в фитнес-клуб, еще за это деньги платить? Ну, молодцы, вот такая жизнь. Как патриции они живут. Ну, патриции и то там. Если для Олимпийских игр или для чего-то, для соревнований они готовились, так занимались, а так они лежали, ну покушай поменьше. Зачем в три-то горло кушать? Они скушают на 5, а то и 10 тысяч килокалорий, а затратят энергии на 1000 килокалорий в лучшем случае. Так, конечно, и тут фитнес-клуб. Простой работой их не заставишь что-нибудь делать. И все вот смотрят в телевизор. Раз в Москве деньги девать некуда, и люди в фитнес-клубы ходят, значит, всем надо ходить. Ну, для кого-то это как бы времяпрепровождение. Ну, старушки, я понимаю, там, вот, это скандинавская ходьба, там. Так молодежь бегает и бегает. Ну, так работай ты тогда курьером, если ты бегаешь. Разноси еду или какие-то предметы быта людям. Делай полезное дело. Это вот волонтеры организовались. Раньше, ну, все думали, что волонтер это бесплатно, как-то от души человек вдруг хочет чем-то заниматься, ему скучно дома сидеть. Так они уже в Конституцию ввели статью, что волонтеров надо обеспечивать хорошо. Это не просто такие люди с чистым сердцем. Это люди партии и правительства, как раньше говорили. Комсомол впереди, партия еще дальше. Так люди вот тупеют и тупеют, тупеют и тупеют. По телевизору сплошные кэшбэки, кэшбэк, кэшбэк. Ну, я сначала, ну, кэш понимаю, плата за что-то, стоимость, денежный эквивалент. А что такое бэк? Кэшбэк, кэшбэк. Оказывается, возврат денег. Вот с тебя возьмут много денег, и тебе зачем-то потом обещают их вернуть. Так вы берите меньше. Ну как? Зачем, например, 10% брать? Возьмите 5 тогда. Они 5-то обещают еще вернуть. Ну, смотрел я на это, смотрел. А вот когда Хабенский стал выступать, его крутят и крутят, крутят и крутят. Вот он какой-то процент с халвой там все говорит. И такая реклама. Женщина его спрашивает: Константин, обещают вот такую-то ставку. Он говорит: да, магазин за вас заплатит. Она говорит: так у вас ставка-то выше. А он говорит: потому что для людей. Ну, любому здравомыслящему человеку ясно, что если ставка кредита выше, значит, это хуже, значит, это плохо. А он говорит: потому что для людей. Ну, подразумевается, для дураков. Ну, дураки, они и это схавают. Они ничего не понимают. Увидят Хабенского или там какого-нибудь Пореченкова или тот все. О, идите эти как, лотерею. Вот эти как его, игровые автоматы, казино там всякие, запрещают. Куда-то вывели их там в два места, где-то на Дальнем Востоке и где-то на юге есть. А больше нельзя.
А вот по телевизору все эти лото. Все идут, например, пенсию получать. Пенсионеры билетики покупают, Они все ждут, что им когда-то выигрыш будет. Ну, не знаю, может, кому-то будет, но теперь такие кэшбэки, что только для людей. Все для людей делается. Вот раньше на вроде этого кэшбэка цыгане работали. Они где-то вот на рынках, там, на вокзалах людей высчитывали, кто самый такой неустойчивый. К нему подходили и говорят: женщина, на тебе порча наведена, порча. Надо порчу снять. А как порчу снять? Ну, они, цыганки, многие обладают, ну, многие, не многие, которые вот этим занимались, обладают в какой-то степени гипнозом. И они говорят: чтобы порчу снять, надо все золотые предметы, которые у тебя есть, и все деньги очистить. И под гипнозом их заставляли принести все деньги, все золотые украшения приносят, они с них как бы снимают, незаметно убирают и говорят: придешь домой, тебе там все деньги, все золотые украшения, все дожидаются, но уже чистое. Все чисто, ты чисто, очищена, всю порчу я с тебя сняла. Все, идет человек домой и надеется, что у него там все деньги и все золотые украшения, все дома лежит. Приходит, от гипноза отошла, ничего нет. Ну, кто-то вообще никуда не ходил, кто-то в милицию тогда шел, тогда еще милиция была. Ну что, ушло? Где этих цыган искать? Они все на одно лицо, вот как, я не знаю, вон негры бегают, одинаковые, или китайцы. А для них наши белые все одинаковые, и тут так же. Так вот, кэшбэк то же самое. Говорят, процент большой, но тебе все воздастся, все вернется. И люди ведь верят. Ну как, если Хабенский там, он же правительственный, этот, как его, артист. Вот электорат у правительства очень хороший. Они так посмотрели, кто у нас такие, самые такие пассионарии, крикливые, участники войны, и там эти, кто с оружием где-то был, и из горячих точек, из вот война там. И вот они их выбрали. Ну, сколько вот. Война уже сколько кончилась? У меня отец был участником войны. Его в 44-м году призвали в 16 лет. 16 лет ребенку еще было. А он участник войны. Не воевал, но все равно что-то там перенес, ведь какие-то лишения. Да они курили, да, их же прибивали к этому. И вот он в 85-м году умер. До пенсии даже не дожил человек. 57 лет человеку было, участник войны. Вот сейчас бы ему было 93 года. Так это с 27-го года человек не воевавший. А сейчас участников войны оказалось еще миллион с лишним. Что-то 1 200 000 участников войны. Где они, как воевали, никто не знает. Раньше паспортов не было. Ну, кто прибавил, кто убавил, кто вообще заменил. Ну, подвергать это, конечно, тоже... Ладно, они участники. Так вот, правительство выбрало себе электорат. Эти участники войны
Ну, у каждого участника войны уже там дети, внуки, уже правнуки. Если вот 1,5 миллиона участников войны умножить на 10 хотя бы человек, это уже получается 15 миллионов. 15 миллионов хороших таких людей. Кроме этого, силовики, армия, полиция, Росгвардия, МЧС. Кроме этого, чиновники. Ну, чиновники всякие, есть высокого ранга, есть низкого, но все на должности, все получают хоть какую-то, но зарплату, не то что там 10-15 тысяч, получают все-таки побольше. Кроме чиновников еще бюджетники, врачи, учителя и прочий персонал. Ну и пенсионеры. Пенсионеров у нас 40 миллионов. Так вот, если этих ребят, участников войны, силовиков, бюджетников, пенсионеров, 90 миллионов получается, а то и больше. Вот 100 миллионов. Конечно, хороший электорат. А что там остается? Ну, у нас считается рабочий люд 70 миллионов. Ну вот силовики да бюджетники, да где-то 30 миллионов и получится. Так остается 40 миллионов. Что? Их можно и не спрашивать. Все равно на голосование придут, электорат-то хороший. Так вот, кого в телевизоре видят наши люди, ну как, чаще всего в телевизоре президент, министры, силовики, спортсмены и артисты. Вот еще спортсмены и артисты. Это сейчас героя труда России президент дает там какому-нибудь тренеру и артисту. Тренеру и артисту. Он там Лановой, Соломин, там эти все тренеры, гимнасток, этих как синхронного плавания. Все герои труда. Они так затрудились. Ну просто диву даюсь. Вот я здесь в глухой деревне. Ну что, можно сказать, человек, ну, ниоткуда, ни оттуда. Вот я где-то мою деревню в прошлом году на YouTube сняли. Выставили отшельник, ой, как популярно, вот там вроде Агафьи, там всякие Тимохи, вот их снимают, такие маргиналы живут где-то на отшибе, перебиваются, не знаю как-то, от мира всего они ушли в глухие деревни, вот это люди любят смотреть. А я сам стал вот выходить отсюда, из деревни, показывать, чем я здесь занимаюсь. А это популярностью не пользуется. Ну, я большой-то цели и не ставил, чтобы что-то рассказать. Ну вот сам человек, который живет в глухой деревне, ну какая-то вот у меня видеокамера есть, я всегда фотографировал, что-то снимал, ну вот и сейчас свой быт снимаю, показываю. Мне интересно, так что ж. Так вот, я родился, ну, в маленьком поселке. У нас амбулатория была железнодорожная, а родители были железнодорожниками. Там врачи сидели. Вот они с войны пришли, там что-то они, солдат
таскались с поля боя, чему-то научились перевязывать. Ну, потом курсы закончили, вот они и сидели в этой амбулатории. Ну, родился я, и при рождении вывихнули мне обе ноги в тазобедренных суставах. Вот. В тазобедренных суставах они вывихнули. Ну, кто, я не знаю. Может, сам я вывихнул. Откуда я знаю? Так, дело в том, что врачи-то ничего не понимали. Не медсестры, врачиха сидела там. Не знаю, она вообще грамотная была или нет. Ну, так и просидела. Ей даже почетного железнодорожника присвоили. А вот чтобы увидеть, что у ребенка, у новорожденного, обе ноги вывихнуты, она это не усмотрела. Что? Они поняли, что что-то неладно. В 2 года, когда я уже ходил, как утка, ковылял. Ну что, вот. Пришлось так и жить. Тогда операцию не сделали, не вправили. Ноги больные. Ну, я бегал, футболом занимался, в лес ходил, природой увлекся. Даже лесной техникум закончил, охотфак, ну, даже работал в лесу, егерем работал и мастером леса работал немного. Ну, с моими ногами куда? Вот 30 лет у меня признали коксартроз. Вот у меня тетя в Москве живет, родная тетя Рита. В Новой Москве она жила, сейчас в обычной Москве живет. 88 лет вот ей уже исполнилось. Так ей коксартроз признали в 85 лет. И она так говорит, вот ноги не ходят. А я ей говорю, у меня в 30 лет уже был коксартроз. И так суставов нету. Ну, с больными вывихнутыми ногами как-то я еще бегал, а потом начался коксартроз. Ну и вот я живу здесь. Вторая группа инвалидности. Ну, люди там прихиливаются, третью группу получают или какую-то. Вот у меня на рентгене все ясно и понятно. Там головок, суставов уже нету. И суставов нету. И головки сточились. Так как вот жить? Я и педагогом 9 лет работал. Еще там даже кочегарил. Когда-то. Вот сейчас уже время, нынче исполнится 60 лет. Живу в глухой деревне. Иногда ноги вообще не ходят. Вот костыли у меня, выданные государством. Вот где отойду. Вот так вот и хожу. Вот так вот. Иногда ноги вообще не ходят. Спина отказывает тоже. Остеохондроз сильнейший. Вот вчера где-то немножко прихватило. Я банку пол-литровую на леток с пчелами поставил. Туда пчелки налетели. Закрыл, пришел домой. Банку на поясницу поставил с пчелами. Подвигал, пчелы вылезли из банки там. Меня пожарили, ну сколько, 10-15, может, пчелок меня ужалило. Ну, спина сегодня как бы блокаду себе сделал. Какая? В больницу я не хожу, до больницы и так далеко. Да и что толку? Все лекарства платные. Ну, вот, помоложе-то был, понятно, ходил. Ну, когда прихватит, но ноги иногда вообще не ходят. Так, реоперин,
диклофенак, индометацин, садин. А если там хондролон какой-нибудь купить, ну он же денег стоит. Так вот я здесь живу, вон сено скосил, копаю иногда. Вот лопата, я сижу, вот сижу на стуле, и этой лопатой вот так вот сижу и копаю. Вот так сижу и копаю. Ну что делать? Я бы мог в этой деревне не жить. Но как цивилизации-то жить, тоже не сладко. С утра до вечера этих людей видишь, которые или в фитнес-клуб ходят, или вот насмотрятся в телевизор и говорят: какая у нас армия хорошая, как здорово армию подняли. Вот тут 9 мая не смогли провести парад, перенесли на 24. Но они просто не успели главный военный храм возвести, недоделки были. Ну, немножко перенесли, как раз коронавирус тут был. Такое здание, третье в России после Исаакия и Христа Спасителя возвели. Огроменный, современный, чего там только нет. И в этом храме все фотографии будто бы убиенных во время войны. Так в храме должны быть иконы святых. Святых там, Николай Угодник, Богоматерь, этот, как его, Бог молодой, старый Бог и все остальные. А теперь, сколько там убиенных во время войны. Так у нас на Поклонной горе в Москве огромный музей. Там комплекс с этим, с ангелом, который Церетели возвел. Я был и в музее. Точно так же там люди, которые погибли в этой войне. Но самое интересное, вот 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. А сколько из них военных и сколько мирных людей? Не говорят. Вот сейчас на 24-м канале России показывают колонку. Рядовые, сержанты, офицеры идут. Месяцами идет эта строка. Так это военные. А сколько погибло невоенных? А их вообще не знают. Немцев погибло 8 миллионов. А наших советских людей 27 миллионов. В три раза Советский Союз потерял в этой войне больше, чем агрессоры немцы. А кто умеют воевать, немцы или наши, столько жизней положили. Так Германию надо было вообще уничтожить. Ну за что они уничтожили 27 миллионов мирных жителей? Мы жили-жили, не тужили, и вдруг пришли эти оккупанты и стали истреблять ни в чем не повинных людей. Ну, кто-то был повинен, я не знаю, там что-то раздражал этих немцев. Простых людей. Так вот, сейчас организовали, ну, власти, ясное дело,
Инициатива-то была снизу. 9 мая идет бессмертный полк. Несут портреты фронтовиков. Идея-то была хорошая. Если бы несли погибших. Вот погиб человек на войне, его портрет несут. Это великое дело. Вот как на Украине, на Майдане погибло около 100 человек. Они небесную сотню свою. И теперь это у них как великий пантеон мучеников. Да к этой сотне они не приписывают потом умерших, еще каких-то. Вот на Майдане погибли небесная сотня. У нас погибли на войне. Это бессмертный полк погибших. Но таких людей, фотографий осталось мало. У погибших родственников осталось мало. Они без отцов жили после войны плохо. Многие уже давным-давно умерли. Не осталось ни детей, ни внуков, никого. А фронтовики, которые выжили, они до сих пор живут. Вот до сих пор живут. У них и дети, и внуки, все этим пользуются, все выучились, все в хороших условиях. И, конечно, и теперь бессмертный полк, может, 1% несут убиенных, и 99% несут тех, кто и до сих пор жив, или умерли вот в 2000-х годах. Не раненые, не контуженные. Вот у их иконостас этих медалей, вся грудь в медалях. Вот у меня отец, хоть и не воевал, в резервной армии был, но на войне ему дали 2 медали за победу над Германией. Еще медаль какая-то была, я даже не помню, вот удостоверение не сохранилось. Не знаю, куда, кто-то из родственников, видимо, взял. Так вот, 2 медали с войны принес. А сейчас, если бы он дожил до этих лет, у него бы их было, а медалей 20, наверное, уже было. А если не больше. Вот. Вешают и вешают каждый год. И не только за юбилей, но все, что угодно. Так зачем этих людей нести в бессмертном полку? А еще глупости получаются вообще несусветные. Поклонская такая была, она несла на бессмертном полку, она несла царя Николая II. Ну каким местом Николай II причислен к Отечественной войне? Вообще непонятно. Да кто во что горазд? И никто ей даже замечания не сделал. Так вот известно, что Поклонская несла царя. А кто-то, может, кто-то и Власова нес. Вот нынче был коронавирус. Бессмертный полк создавали онлайн. У нас теперь все онлайн создается. Так вот, ну, ребята какие-то по глупости, конечно, они туда и Гитлера, и Геббельса, и Гиммлера, и Власова. Таким приписали прославление фашизма. Да какое прославление фашизма? Просто им, вот как я говорю, самое хорошее дело сводят, не знаю, до не знаю чего. Так можно хоть кого, любую фотографию сейчас этот онлайн. Все, что угодно, все онлайн делают. И голосуют сейчас онлайн. Ну как вот, голосование по поправкам
он онлайн. А если ведь голосование подразумевает, оно называется тайное голосование, все равно никто не показывает, он да или нет написал. А если ты в компьютере поставил галочку на нет, то это будет всем известно, или да, или нет. Ведь в компьютере тайны-то нет. Там даже если вот что-то, какое-то действие сделал, но потом его удалил, так оно никуда не удаляется. Оно на серверах все равно остается. И в любой момент можно любую информацию из компьютера достать и узнать о любом человеке. И о каждом человеке там создается база данных, которая никуда, никогда, даже после смерти этого субъекта, из данных компьютерных сетей не исчезнет. Так вот, бессмертный-то полк превратили в профанацию. Никто об этом не скажет. Еще интереснее, вот сейчас поисковики выкапывают на боях сражений убиенных солдат. Ну, казалось бы, они говорят, вот пока не предан земле последний солдат, война не завершена. Так они преданы земле. Прошло 80 лет с 41-го, 41-й, 42-й. В основном погибали солдаты в траншеях на нашей земле. 80 лет прошло. Если на этом месте, на месте боев было поле, все перекопано. Если поля не было, вырос лес. Ну, представляете, за 80 лет даже сосна уже становится пригодной для рубки. А если береза, тополь, осина, они в 50 лет уже годятся для спиливания. Это огромные вот такие деревья. Все корнями переплелось. Где-то показывали в Японии, есть кладбище у них. Они хоронят людей только на 7 лет. Ну, дорого хранить умерших на кладбищах. 7 лет хоронят, лежит этот человек, уже все перегнивает, остаются только кости. Они выкапывают этого человека, складывают в урну, и уже в урне хранят, ну, в каких-то колумбариях. А у нас прошло 80 лет. Ну, в болотной жиже еще может в торфе сохраниться, но на торфах ведь окопы не делали. Ну, редко, если там вот бывает самолет где-то в болото упал, или танк затонул вместе с экипажем. Ну, достают, сохраняются. Ну, и то уже перегнившие. А как кости за 80 лет? Там же труха. Ну, люди копают их. Ну, они рассыпаются, а тут же. Ну, какая-нибудь лопатка или там черепная кость может сохраниться. Но все остальные кости – это труха. Так зачем их копать? Большинство людей, которые занимаются этим копательством, верующие, так они утверждают, что все по воле Бога. Так вот, Богу было угодно, чтобы эти солдаты были так захоронены. Они же в земле, они захоронены, уже земля их взяла. Микробы их переработали. Нет, они выкапывают, а дело еще дошло до того, что
Мало теперь этих остатков, где... Так они братские могилы раскапывают, братские могилы. Ну, в то время, в войну, некогда было в гробах, да, со всеми удобствами людей хоронить. Копали братские могилы. Вот здесь у нас никогда войны не было. Эвако-госпиталь был. Но умерших в эвако-госпитале также хоронили в братские могилы. Вот прикапывали, умрет человек другой, его прикапывали, некогда было этим заниматься. И у нас на кладбище, на местном, есть братские могилы, так и написано. Всегда мы с детства знали, что братские могилы. А там, где шли бои, ну, быстро, или там вот на Пискаревском кладбище, все же братские могилы, но никому же в ум не придет раскапывать эти братские могилы на кладбище. А где-то в заброшенных деревнях, вот была деревня какая-то, там захоронены братская могила. Теперь нет домов. Эти поисковики приходят и откапывают, и рассказывают, вот они там лежат без всяких предметов, без всего. Вот как их положили, так они и лежат. Ну и что? Лежат. Так вот, весь смысл-то в том, что не надо этим заниматься. Но это возведено правительством и властями в очень нужно мероприятие. Люди ездят, где-то даже на Кавказе копают. Ну, горы, сплошные горы. Как-то там не было почвы. Без почвы, на камнях. Они что-то ищут, какие-то останки людей. Непонятно. И вот приходит мысль такая, что копают-то не ради костей, не ради перезахоронения, а в поисках раритетов. А каких раритетов? Немецких солдат. У каждого немца были и амулеты, и всякие предметы быта, те же ножи, пистолеты. Понятно? Вот поисковики и ищут. А если артефакты о каком-то немецком бойце они находят, то связываются с родственниками в Германии и получают немалые дивиденды от этого. Ну, это как бы процесс сопутствующий, но с каждым днем он вырисовывается все яснее. А нашим хоть бы что? Так вот, электорат хороший, люди занимаются чем угодно. Вот мошенники. Что это за люди? В Советском Союзе тоже были мошенники. Но сейчас этих мошенников, ну вот в сельской местности, там в деревнях, в поселках, в селах, в малых городах, любого мошенника сразу выявят, и ему жизнь будет не сладкая. А если город большой, Москва, Питер или еще какой-то миллионник, вот там уж мошенникам развернуться есть где. А сейчас мошенники перешли тоже в онлайн, в компьютерную сферу. Вся молодежь сидит в компьютерах. Им уже такая-то жизнь мало нравится. А компьютерная там открывает такие процессы, такие картины. Ну и мошенники тоже ушли в онлайн. И околпашивают
И молодежь, а вот старушки-то тоже некоторые в онлайн. И что-то им там вот надо. И все их даже пенсию некоторые получают онлайн. А скоро, наверное, и кушать будут там онлайн. Ну, в городах-то, понятно, заказывают и принесут и пиццу, и все, что душе угодно. А по телевизору, вот сейчас 20 цифровых каналов, ну, половина-то каналов как бы домашние, для домохозяек. А половина рассказывает правительственные новости и вешают лапшу на уши. Так кого видят в телевизоре люди, тот им и нравится. Вот кого больше в телевизоре, тот и хороший. Вот я удивляюсь, как могут люди низкой, как там говорят, низкой социальной позиции нравиться всем остальным. Вот раньше у нас воспитывали вот ту же победу, вот взяли из Советского Союза, а все остальное отбросили. Вот осталась одна победа. Ну как? Воевали в основном коммунисты. Ну как? Вот у меня отца призвали в армию во время войны. Так он сразу стал коммунистом. И умер коммунистом в 85-м. Ну тогда еще Советский Союз был. Все офицеры раньше были коммунистами. Там еще политруки были. Все коммунисты. Уж если ты не был коммунистом, то обязательно был комсомольцем. Так забыли. Теперь нет ни коммунистов, ни комсомольцев. Ну, коммунисты там есть, Зюганов, вот тот же, который весит 103 килограмма. Ну, он хорош. Кто за него будет голосовать, я не знаю. За Жириновского, который, ну, маргиналов, как бы, они вон ездят на поездах и раздают футболки, бейсболки, там всякие рюкзаки, еще какие-то принадлежности. Ой, так за ними прямо рой людей нищих. Все говорят, Жириновский хороший. А Зюганов не ездит, не раздает футболки и бейсболки. Так он уже не такой хороший. Да и в телевизоре его мало. Но вот как молодежь за такими, вот, например, Бузова считается эталоном, не знаю, чего там, эталоном стиля. Ну как вот этот дом 2, девки и парни собираются и спят друг с другом. Вот сегодня они с одними спят, завтра с другими, и обсуждают это. Вот какая-нибудь там Оля, Лена, Ира обсуждают. Вот я сегодня с Васей спала, ну что-то он мне не понравился. Хочу я вот с Петей поспать. А нет, нет. Вот Андрей мне еще больше нравится. Вот я сегодня с Андреем лучше посплю. Ну и вот это Бузова, как там, я не знаю, с Бородиной они. Вот программа есть. Бородина против Бузовой. Ну в народе просто говорят, блять и шлюха, вот раньше говорили. Ну да как, так бы и написали, блять против шлюхи. Ну не так,
так не говорят, там это не положено. Я вот не люблю ругаться, но вот это как бы и не ругательство. Это вон, в народе до сих пор так говорят, даже и это не считаться зазорным. Сейчас все матерятся, ну, конечно, в телевизоре-то не матерятся, там матерятся, но там стирают, запикивают, пик-пик-пик-пик. Иногда молодежь идет что-нибудь, если засняли свое общение, так у них только пи-пи-пи-пи-пи. Ну вот, а эта программа «Дом-2». Дом, о доме, как будто о реновации они, о какой-то московской рассказывают. Хороший дом, пятиэтажку снести, выстроить дом 32 этажа, ну или 25. Ну, новый дом-то, понятно, все жить там хотят, поживут и хорошо. Ну вот, о кэшбэках я поговорил. Ну очень интересные люди. Чем глупее жизнь становится, тем она людям-то больше нравится. Вот раньше была поголовная серость и глупость. Ну, когда вот у меня бабушка с 1996 года рождения, она, ну, где-то в селе жила, ну, у них зажиточная семья-то была, но всех детей, которых было где-то 14 или что детей, кулаки они были. Да когда была где-то одна из последних родилась, ее не выучили. Она ходила в школу церковно-приходскую. 2 года она ходила. Так ее только молиться научили и считать. Но ни писать, ни читать бабушка не умела. Так понятно, если ей говорили, что вот Бог где-то на тучке сидит, то так оно и есть. Она до конца, хоть у нее вот муж был коммунистом, участником войны, но она до конца верила в то, что Бог есть. Вот. После революции три поколения прошло страшную войну, люди пережили, 27 миллионов потеряли. Ни о какой религии и речи не шло. Но, ну да, все учились в школах, заканчивали многие вузы или техникумы. Но только сломали этот строй, сказали, а религия-то есть, Бог есть. Ну, мусульмане сразу... Аллаха своего наши и не знают, кто там. У них и Николай Угодник, Бог, и там всякие святые. Вот, например, какой-нибудь Зосима там, или Савати, все боги. Да как люди грамотные, с высшим образованием, стали верить в религию. А вот когда-то в древности, ну не в древности, где там в 18-м, в 19 веке, вот поголовная дикость была, и вдруг откуда-то люди, вроде Чарльза Дарвина, появлялись. Вот ведь надо же додуматься человеку, что в природе есть эволюция. Вот все говорят, что все по воле Бога, все микробы, все животные бегают по воле Бога. И они дадены человеку в управление. А Чарльз Дарвин говорит, эволюция идет.
Ну не один Чарльз Дарвин был. Был Кювье, был там кто? Другие люди, которые говорили, что процесс какой-то в природе есть, не зависящий ни от каких богов, ни от людей. Ну, тогда надо было прийти к этому, додуматься. Сейчас люди в школе биологию учили, физику, химию, и вдруг опять обратно говорят, да нет, Дарвин был неправ. Вот мы смотрим на лисицу или на зайца, всю жизнь живем, и он что-то не изменяется. Так эти изменения-то идут миллионы лет. Динозавры жили 300 миллионов лет назад. Ну, 150 миллионов лет назад все динозавры вымерли. Так это представить невозможно. Люди стали, ну, более-менее как-то мыслить еще мозгом 40 лет, 40 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад. Так тогда они еще дикие были. А сейчас человек живет, ну, сейчас уже вот больше стали жить-то. Раньше 30 лет жили, сейчас 60-то, еще вот мне 60 почти лет, я еще себя как бы ощущаю довольно таким молодым, глядя на участников войны, которым 90 и 100 лет, и они еще жить хотят. Так, но 100 лет это что для эволюции, для жизни? Вот. Где? Вот я сено накосил, положил буртом, и вот оно у меня высохло. Но в этой дикой деревне нет ни скотины, ничего. Это сено перегниет, я его использую как удобрение под картошку, под лук, под морковку. Ну, пока еще... Если жив, то что-то надо вырастить в этой жизни, что-то сделать. А людям ничего не надо. Они говорят, мы купим, мы в онлайне поработаем, воздух погоняем и купим. Такие, как Лужковы, уже тоже уходят в небытие. Вон там... Клубника дикая растет, она цветет, скоро ягодки будут. Вот, природа мать, когда таких людей ты иногда не посылала миру, исчезла б нива жизни.